Здравствуйте, дорогие мои участники конкурса Golden Time. Сегодня я оценивал работы гранд-финала. Я выбрал несколько работ и хочу, чтобы вы это посмотрели со мной вместе. Давайте. Вот первая картина, которую сразу я заметил и изучил, и не только эту картину, а самого художника. Мне понравилось то, что вот молодой художник повторяет ту же технику, по которому создавались эти картины, например, и сам мастер Рембрандт. Изумительно сделана копия, изумительно сама техника. И я потому говорю, что у этого молодого художника все впереди, потому что он стремительно идет вперед, и мне это очень понравилось. Давайте перейдем на следующую работу. Инга Лазик. И здесь, ну, это было бы удивительно, если я графику тоже не выбрал бы, потому что вот графика попала, это графика. Почему? Объясню. А здесь с одним махом движения выразились несколько, и не только там раз, два, три, очень много движений, которые создаются с разными фигурами, но все оно в одно целое сливается. И потому мне вот захватила сразу же эта картина. Инга, вы молодец. Давайте перейдем в следующую. Вот, Анна Чечерина. Как можно не улыбаться, когда смотришь на такую картину? Смотрите, дети, фантастика. И самовыражение у детей, там, лица. Они сидят в морозе, ватрушка, по-моему, да, в руках, там, котик. Это счастье, им больше ничего не надо. И сама техника тоже очень великолепна, потому что, правда, красиво, очень красиво. А ну, вы молодец. И Надежда Малик. Надежда Малик. Вот, когда смотрю, вот, знаете, вздыхаешь и выдохнуть хочешь, и в выдохе сразу видно счастье в этом картине, счастье радости, счастье жизни. Оно сливается в одно целое с морем, а море – это уже жизнь, движение. Ребенок, смотрите, выражение лица и не испуганный, но хочет оттуда вылезти. Вылезти, потому что там что-то другое сыграть, потому что жизнь продолжается. Вот эта картина для меня жизнь. Надежда, вы молодец. И еще одна работа Ирина Стасюк. Мне очень понравилось подход к картине, работам Ирины, потому что оно очень исполнено и профессионально, и смыслами там все объясняет. Очень интересно, я слушал. Мне очень понравилось целиком и картина, и как автор объясняет свою картину. Молодец, Ирина. На сегодняшний день вот это было все. Спасибо за внимание. До следующих встреч.